И выяснилось, что наш барабанщик пироман. Отлично. Поездки в поезде часто приносят сюрпризы. Похож упырыден и он очень капризен. Мы поменяли немало вагонов в гастролях, и уж никак не ожидали увидеть такое. На этот раз это был не отряд новобранцев, с пахучими парками по ходу кранца. И не бригада подсобных китайских рабочих, лапшу фифанище часто вонючим очень. Были компания убитых в ноль тяжелей, а ручки песни под гитару до соплей. И не помогли с легким экскурсом болезни или советами, какой там по полиции, грамотный монитор и не камень судьбы. На всех верхних полках баскарного вагона шутки, мысли на грани формы, на женской сборной по баскетболу. Грамотный монитор и не камень судьбы. На всех верхних полках баскарного вагона шутки, мысли на грани формы, на женской сборной по баскетболу. Да, там была юниорская сборная края, казалось нам, их творили ворота рая. А пёс был Пётр, билеты у нас проверяет. Сказал, сходите, позже белье поменяю. И наш вагон свободно попасть мог. Книгу Гиннесса по общей длине, но басист команды особенно был робот. Изобилие потянутых женских тропок вокруг меня не спеша занимали постели. Через одну модели и фотомодели парни и команды сильно возили рюкзак. Соски под майками прямо на уровне глаз. И кто тогда, кажется, был не против. Звучит о ноги по колено, торчат, проходит. Уверен, те, кто особенно был на взводе, пронятых фото до сих пор у себя на эпохе. Были и те, кто пытался снова и снова выпить немного и поиграть по-заново. Мы двоями в сборной, а я почти двухметровый. Вышел на чеку, мы выглядел сурово. Игра на суду летает, и не капли силикона. На всех верхних полках, под скотом и вагона. Шутки, мысли, на грани формы. Мы в женской сборной, а вы... На всех верхних полках, под скотом и вагона. Шутки и мысли на край полки, на женской сборке по баскетболу. Yeah.